Что там? Чего не? Хорошо лежим. Чего не? Ой, ой, ой. Красота. Ой, друзья, привет. Ничего умнее не нашла. Возле ежи малины пристроилась на улице. Сейчас, наверное, градусов 10. Утром встала, 8 градусов тепла было. Ветер такой холодный. Небо такое. Легкие облака такие перьевые. Сегодня пятница. Вчера вечером с холодильника достала пакет кефира. Пакетик. Там, наверное, стакан остался. На кухне на столе оставила, утром встал, он теплый. Вылила в чашку, добавила туда пол чайной ложки соды, оно запенилось, добавила соли, чуток сахару, одно яйцо, замесила тесто и 7 лепешек испекла. Сварила кукурузную кашу, поели, вынесла мусор, сегодня пятница, должна мусор забирать. Вышла на улицу, там соседняя улица внесет. Там дома и, ну, там асфальта не было. И там дальше поля начинаются. Слышу, там грейдер, видимо, тоже дорогу делают. У них, у нас сроду улица не знала, что такое асфальт. Ну, не знаю, будет асфальт или не будет. Я сейчас новости не смотрю, друзья, телевизор честно не смотрю. Иногда бывает, когда захожу в зал, там маму покормить или там проведать ее, или там еще что-то. И краем уха слышал, что какого-то акима задержали, ну, за хищение денег бюджетных. И, видимо, наш аким решил подсуетиться на горьком опыте коллеги. И вот приняли за дороги. Есть улицы там, возле магазинчика, вот как на дом престарелых, в детский дом едешь, так там в советское время в асфальт был, но там я вот весной как-то ездила летом с вами, с внучкой, с мамой, с дочерью. Там такая яма, там просто моя легковая машина, вот если поставить в эту яму, машина помещается. Страшная. По-моему, там тоже делают. Гремят. У нас вот вчера или позавчера, вчера разровняли вот эти вот этот. Ну, то, что насыпали. Видимо, взяли за другое. Не знаю, как они хотят. По мне, так раз одну улицу начал, сделал, потом поехал дальше на другую улицу. А у них, видимо, не знаю, может, договоренность какая-то. Решили вначале разровнять, потом засыпать, а потом этот... Непонятно, где шумит. Там, по-моему, машина шумит. Бывает это у вас такое настроение? Выходишь на улицу, и дома, и на улице, ничего делать неохота, ничего. Вот, говоря некультурным языком, состояние нестояние. Вообще ничего неохота делать. Сейчас он показала вам это окно в подвале. Закрыла сеткой, да? Ну, на зиму я буду там форточку закрывать, прикрывать так, чтобы щель была. Там вытяжка есть. Надо в сарае. Я вот летом, когда перепелок здесь держала, стекла убрала. Надо бы сейчас стекла вставить, сетки убрать, стекла поставить. И все на этом. Потому что в сарае будут храниться там кое-какие вещи с огорода, инструменты. Потом надо тот новый туалет, в дверь же я поставила, сетку железо набила. Там надо клеенку принести, с беседки набить, потому что зима будет, чтобы снег не заметал туда. Дождь, снег, потом там на полу доски же делала, прибивала, чтобы не разбухали, не гнили. И закрыть тот туалет. На зиму законсервировать. Ой, какой холодный ветер, а.
Я вот надела на поверх майки фланелевую рубашку и безрукавку. Села, у меня здесь прям поясницу поддувает. Домой лень идти. Зашла в сарай, там у меня был палантин старый. Не мой, здесь, наверное, был. Не знаю, где его нашла. Я его, им счетчик газовый на улице укутывала на зиму. Хотя мне говорили, что не нужно. На горьком опыте, думаю, кто его знает, такие холода. Там, тем более, за домом сквознячок. Ну, чтобы счетчик не подмерз. Вот постирала тогда в сарайке, на окна вешала. Чистый палантин. Вокруг поясницы замотала. Ой, ну вообще ничего неохота делать. Работы много. Знаете, я вчера вечером вышла сюда, посмотрела, как я там посадила. И решила все-таки вон ту, которую я клубнику белую откуда рассаживала. Я вчера говорила, рассажу ее. Я решила ту не трогать. В зиму оставить ее. Если что, я весну лучше рассажу. А то вдруг это, не знаешь, какая зима будет, вдруг это все вымерзнет. И без этой клубники останусь. Но опять у соседки идти просить. Эту клубнику не просила, она сама сказала, хочешь? Я ей говорила, давай красную клубнику там. Она говорит, давай, а ты хочешь такую банановую? Хотя там банан рядом не проходил. Ой, какой холодный ветер. Вчера какая погода кайфовая была. А сейчас прям сижу и прям холодный ветер. В спине-то нормально в пуховике. Вчера, друзья, прочитала комментарий один. С одной стороны, это хорошо, когда такие пишут комментарии. Тема для размышлений есть, для беседы. Это под старым видео, там, по-моему, когда про любовницу писала моего мужа. Там женщина написала там, что в принципе женщина приятная, это про меня, что приятная женщина. Там, но на весь белый свет рассказывать про мужа, он все-таки отец вашего сына. Я там написала, не помню, не грубила, но написала что-то. И знаете, вот под этим видео, под этим, под другие видео, там, где про мужа рассказывала, почему-то вот часть женщин, ну, какой-то процент, пишут, как будто один человек писал, ну, по стилю разные это, и писали, что, ой, вы своего мужа до сих пор любите, поэтому так говорите, у вас там, типа, обида осталась, злость осталась, некоторые писали, но многие пишут, говорят, вы его любите, поэтому отпустите его туда-сюда. Ой, ну, прям смешно, друзья. Это больше 20 лет прошло. Я увидела последний раз, когда сын школу закончил. Нужно было разрешение на выезд за границу сыну давать. Тогда пришел. А предпоследний раз он уходил, сыну было 3 или 4 года. Вот, из них 2 года он какое-что в проруби болтался туда-сюда, налево-направо. И вот о каком чувстве, о каких-то, какой злости. Да, в любом случае, после развода любая женщина чувствует обиду, может быть, злость. Потому что, когда молодые поженились, что-то не клеится с самого начала, в течение нескольких лет. Раз жизнь не складывается, разводятся люди. В молодом возрасте, чтобы потом другую семью создать. Но когда люди разбегаются, уже когда дети есть, когда уже в возрасте, я, получается, в 40 лет уже была с двумя детьми. Не обидно, что ли, было? Обидно, конечно. В 40 лет с двумя детьми остаться без моральной, без физической, без материальной помощи. Я рассказывала же, сын пошел в школу, дочь училась в институте на платном отделении. Пенсия маленькая, на работу никуда не брали. Потому что видите, что я в милиции работала. Не знаю, почему у нас такое отношение. Вот. И тогда я его просила помочь хотя бы раз в год к школе одеть ребенка. Тогда он мне сказал, а почему ты раньше не просила? Пока тебя
Чё? Чё? Петух в жопу клюнул. Перетерпел внутри, говорю, ну считай, что клюнул, но помоги один раз. Он, нет, а почему ты раньше не просила? Я его на три буквы послала и трубку положила. И после этого только вот один раз позвонила, когда сыну разрешение нужно было за границу. И то сына попросил, говорю, пожалуйста, лицо попроще сделай, потому что у него псих хватит, он ума хватит и не даст разрешения. Меня кто-то спросил, не помню кто. А если когда ваш сын женится, вы мужа своего будете приглашать на свадьбу? Все-таки единственный сын. Там две дочери, там дочки, здесь единственный сын. Друзья, зачем? Как свадебного генерала? 100 лет оно не нужно. Перед, допустим, родней будущей невесты, они потом что, не узнают, что ли, что он там не живет? Для дальней родни? У каждого в семье... В каждой избушке, как говорится, свои погремушки. В каждой семье какие-то проблемы есть. Сейчас вот бич такой, что чуть ли не каждая вторая семья находится в разводе или была в разводе. О какой любви, друзья, идет речь? Обидно было, да. Сейчас даже где-то вспоминаешь, но так вот, когда на видео говоришь, возможно, где-то обида бывает. А так, ну, у него тоже одна жизнь. Тоже, как говорится, рыба ищет где глубже. Но я считаю, друзья, сейчас уже, не в этом возрасте, а вот после развода, уже где-то после 40 лет, я считаю, что, конечно, женятся в большинстве случаев по любви, но в семье между мужем и женой должно быть элементарное уважение. У нас вот в училище работала, у нас там кадровик был. Ой, столько проблем у меня с ним было. Такой. Свадьбу в Малиновке видели? Белый наступает, он хоп, красную эту полоску снимает. Белые убежали, красный наступает, он раз эту полоску надел. Там опять красные отступают, белые наступают. Он раз опять эту полоску снимает, так и это. С этим кадровиком много проблем было, такого типа человек. Но мы один раз как-то вот сидели, чай пили, и девчонки что-то у него спросили, у него сын там какой-то больной. Вот. Ну, он такой умный мужик. Хитрый, умный мужик. И тогда девчонки спросили, говорят, а вы свою жену любите? Он... как-то разговаривал всегда, отвечал всегда с иронией такой. Он говорит, я ее уважаю. Мы тогда думаем, вот дурак. Как это так можно? Я сейчас с мужем жила, со вторым. Думаю, как это так можно уважать? Уважать можно там коллегу по работе, там соседа можно уважать, там кого-то еще уважать. А в семье-то муж с женой должны друг друга любить. Оказывается, он был прав, друзья. Любовь, конечно, должна быть. По любви люди, там, по симпатии, по любви женятся. Но любая семья сталкивается с бытом. Это когда на свиданке бегаешь, она со своего дома, он со своего дома, мама и там. Покормили, постирали, одели, дали деньги, допустим, там на карманные расходы. В кино сходили, повстречались, это одно. А когда уже семью создают, когда он работает, она работает, у нее зарплата, у него зарплата, когда нужно элементарно туалетную бумагу купить, продукты купить, кушать сварить, полы помыть, постираться, там ребенок родился, к ребенку ночью встать, ползунки, подгузники поменять. Женщина, естественно, в декрете сидит, дома сидит целыми днями с ребенком. И ночью, и днем муж целый день там на работе где-то, или там где-то после работы гуляет, приходит, и все-таки это быт. И вот эта юношка, пока встречались, куда-то улетучивается. У казахов такая, знаете, поговорка есть. «Кыз кезінде бәрі жақсы, жаман қатын қайдан шығады». Это вот, ну, досконально такой перевод. В девках все хорошие,
Откуда берутся плохие жены, плохие сварли вот в этом плане. Ой, какой ветер, а. Это у казахов такая поговорка есть. Да, надо рукава тоже спустить. И потом у нас у казахов еще есть такая поговорка. Брет ну кат, ну каздай был курнет. Перевести на русский. Чужая жена, ну как, смотрится как девочка. Ну, в смысле, что за ней можно поухаживать. Ой, какой ветер, друзья мои. А. Вчера вечером такая пасмурная погода была. Сейчас вот солнце такое есть, нету, мутное. За курткой неохота идти. Вот, поэтому, когда вот обыть все, вся любовь разбивается, элементарно должно быть уважение друг к другу. Я вам рассказывала, что за первым мужем, в девка, когда была, я сама бегала, а потом уже другого замуж собралась. Тот пропал на целый год, оказывается, у него в то время мама умерла, мама, сестра умерла. Не, сестра не умерла, лежала в коме. Потом через год только приехал. Страшно, обросший. А я в это время уже за первым мужем, за которым бегала, сама вышла. Ну, в отместку, я кто вот не знает, на первом вот, из старых подписчиков знает, что в начале канала я там рассказывала. Ну, я фильмов насмотрелась, думала, того ждала, думаю, ладно, заявление подали. Они меня первый муж с другом прям под ручки затащили в ЗАГС, в центральный. Потом я думаю, что я там буду трепыхаться, я думаю, как в фильмах. Заявление подадим, свадьба будет, и к свадьбе уже приедет мой тот парень. И когда будут спрашивать, там, жених согласен, невеста согласна, скажу нет и уйду. Откуда я знала, дурочка, что там родители в долги влезут, чтобы приданое достойно собрать, чтобы там свадьбу, чтобы туда-сюда. Вот. На тот момент я, конечно, первого мужа не любила. По молодости за ним бегала, сохла все. А когда на момент свадьбы уже не любила. И тот первый парень приехал только потом, когда мы уже месяца 2-3 жили. Он рассказал, что у него мама умерла. А в то время сотовых телефонов не было. Он там в ауле где-то, у него городского телефона нет. У меня тоже в частном доме городского телефона не было. Вот. Я и не знала, где он живет. Знала примерно, какой поселок. Баканасе или где он там жил. Вот. Поэтому, потому что 23 года, в те времена, в 23-24, это уже, если в это время замуж не вышла бы, там уже считалась бы старой девой. Как моя одноклассница одна говорила, когда в школе учились, не знаю, откуда у нее такие эти умозаключения, она говорила, лучше выйти замуж и развестись, чем остаться старой девой. Почему-то у меня это в мозгу засело. Вот, и тот, давай, давай, замуж уходи. И причем то, не то, что замуж, давай, давай. Сейчас вот смотришь, молодежь, я что-то сумбурно начала рассказывать, сейчас смотришь, молодежь, парни кольцо покупают, там на колено становятся, выйдешь за меня, не выйдешь, выходи за меня замуж, там какие-то сюрпризы придумают, там что-то, кто на что гораздо, кто там на вертолете, кто там в самолете, кто там на концерте, на футбольном поле. А в наше время такого, наверное, не было. Никто никакого кольца не покупал, на колено не становился, тем более сюрприз никакие не устраивал. Просто он ко мне на 8 марта проводил меня, 9 не было, 10 пришел, 10-го, 11-го какого-то марта он меня провожал до дома и говорит, ой, какая-то у вас улица не такая. Ну, у нас на самом деле не такая, у нас по нашей улице поезда ходили. Я такая гордая за свою улицу, говорю, а чем тебе твоя, моя улица не нравится? Он может тебе улицу поменять. Ну, я поняла, куда он намекает. Я говорю, в смысле, название, что ли? Вот как дурочка, прикинулась. Да нет. А потом говорит, может, я фамилию поменять? Это он типа предложение сделал. Я, ох, красный самолет полетел. Турецкий, что ли? Когда в Турцию летали, такой красный самолет был. Боинг. И все.
Потом, я даже не помню, его родственники приезжали, не приезжали к нам свататься. Не помню, честно. Не до этого было. Со вторым мужем я вам рассказывала, как я в Ташкент ездила, там нам венчание, никях делали. Второй муж, наоборот, за мной год ходил. Я вам тоже рассказывала. Видно было, что гуляка еще тот. Не красавец, но симпатичный. Высокий такой, симпатичный. И у нас, говорю, что даже все замужние бабы все говорили, ой, какой красавец. Ой, какой красавец. Блин, Тинаш. Даже бабки у нас в штабе сидели. Ну, по тем временам бабки, как я сейчас в возрасте. Мы там молодые были, думали, бабки. Они одна перед пенсией была, по-моему. Они, по-моему, перед пенсией были. Даже, по-моему, моложе меня, как теперешние, посидели. Но мы бабками называли. Даже они сидели, ой, какой красавец. Ну, посмотрел, он симпатичный мужик, не более. На лицо посмотрела, что видно, гулящий. Вот у меня первое мнение всегда правильное. Но я же говорила, я обманулась тому, купилась на то, что он к моей дочери. Ой, доча, 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 доча. Думаю, ну надо же, свой отец плюнул и ушел. А это прям доча, доча. Говорят же, когда этот ходишь такая вся, потом очки розовые снимаешь и все, и жизнь такая серая, реальная. Вот. А ему нужно было просто где-то пересидеть. Я вам тоже рассказывала, в то время у него жена находилась в розыске, в уголовном розыске. Вот. Поэтому то, что женщина пишет, что вы, наверное, его до сих пор любите, раз про него говорите, зачем про него говорить, он все-таки отец вашего ребенка, туда-сюда. Друзья, конечно, не тот отец, кто родил, и мать тоже, а тот, кто воспитал. Родить, видите, много ума не надо. Сын родился, копия его. Вот, характер подрос, у сына мой. Внешне на отца похож. Ну, внешне 50 на 50, 70 на 30, вот так. 30% моей во внешности. Вот. Для дочерей, конечно, в детстве материнское воспитание нужно. Отцовское не то же самое. Но мамы как девочек воспитывают там, как женщину будущую. А пацанам нужен отец все-таки. Я ему говорила, я говорю, знаешь, говорю, нужен, отец нужен где-то до 10, до 13, до 14 лет, говорю. А потом ты ему 100 лет не нужен будешь, говорю, говорила. Потому что там уже повзрослеет, там уже с пацанами в кино будет, там уже девочки будут, там уже родители толком не нужны, только как этот для финансовой поддержки. А когда сейчас взрослый, тем более родители не нужны. Там набегами только. У них своя жизнь. И поэтому то, что меня спросили, когда сын женится, будешь его на свадьбу приглашать? Зачем, друзья? Смысла не вижу. А то, что пишут, что вы его до сих пор любите, какая может быть, друзья, любовь? Писали, вы на него обижены, злые, злитесь. Какая может быть уже злость, больше 20 лет прошло? Какая обида? Обида есть, конечно, в душе. Ну, такая, знаете, там, когда начинаешь вспоминать, немножко вспоминаешь, там немножко что-то вот колышется, как вот молоко закипает немножко, и все, не больше. Поэтому я считаю, в любом случае, в любом возрасте, в семейных отношениях должно быть уважение друг к другу. Элементарное человеческое уважение. У мужчины, допустим, что это мать твоего ребенка, которая тебе сына родила, дочку родила, которая сидит днем и ночью с твоим ребенком, за ним смотрит. У женщины должно быть уважение как главе семейства, если он на самом деле такой стоящий мужчина, который именно заботится о своей семье. Не знаю, мне кажется, негуляющих мужиков в природе вообще не существует. Это природой заложено. У самцов там, чем больше оплодотворил, тем ну, у них смысл жизни такой. Но человек, в любом случае, человек существо разумное, поэтому какие-то свои эмоции, какие-то свои желания должен контролировать. Но даже, я считаю,
негулящих мужиков не бывает в принципе, но есть умные мужчины, которые где-то гуляют или гульнули. Но ни в коем случае семья от этого не страдает, жена об этом не знает. Он относится к своей жене так, что она чувствует, что он без меня не может. Я одна на земле такая красивая. Это плюс таким мужчинам. Где-то он там, где-то, может, гульнул раз, два, или где-то на стороне гуляет, или даже возможно, вторую семью завел на стороне. Но его семья первая не должна страдать ни морально, ни материально, ни финансово, во всех отношениях. И в первую очередь жена не должна знать, не должна чувствовать вот эту грязь. Хотя я не оправдываю это. Это в любом случае, друзья мои, это и к мужчинам, и к женщинам. Я знаю, сколько женщин, которые при живом муже, которые живет в семье, имеют любовников, гуляют еще. Мало того, что любовника, по 2-3 любовника. И плюс муж еще есть. Это у соседки подруга была, татарочка. Ох, красивая, блин. Фаина звали, по-моему, или как-то ее звали. Фарида на Ф. На Ф. Она говорила, Фузи наш. Я когда с первым мужем разошлась, она говорит, ты такая девка молодая, красивая. Заведи себе. У меня один любовник. Он чисто меня продуктами снабжает. Там икра, не икра, ананас, не ананас. Зимой там все это прям домой приносит. Второй там чисто для покатушек. Третий там еще для чего-то. Плюс у меня муж есть. Вот. Я это до сих пор понять не могу. До сих пор, сколько лет прошло. Вот это уже больше 26 лет еще. Да, сына не было, дочь маленькая. Вот, около 30 лет. Да, это около 30 лет. До сих пор я ее больше не видела. Потому что соседка переехала. Я такого понять не могу. Но смысл в том, что должно быть уважение и чистота в семье. Это касается и мужчин, и женщин, я так думаю. Чтобы вот эту грязь домой не нести. Чтобы потом ни жена, ни муж не мучились, узнав о том, что другая половина его гуляет. Где-то с кем-то переспать, потом идти домой. Потом, чтобы жена или муж узнали об этом. Не знаю, это настолько грязно. Мои лебеди. Ой, спина не поворачивается. Вот. Поэтому вчера последнее. Давно я много читал вот эти замуж 60+. Стоит ли выходить? Там тоже мне писали некоторые, многие. Там и комментарии такие были. Что оно и видно по тебе, что тебя мужья бросили. На таких людей обращать внимание не стоит. Не от большого ума написали. Просто говорю, там такое, что общее количество собралось, так у меня в мозгу, которые комментарии, что писали, что вы своего, сразу видно, что вы своего мужа до сих пор любите, отпустите его. Да я отпустила, друзья, мне кто его держит, кто его держал. Хотя он потом и говорил, и первый муж говорил, я вернусь, давай вернусь. И этот приходил, уходил, приходил, уходил. Зинаш, я тебя люблю и сына люблю. Я говорю, ну а там что? Он говорит, а туда меня тянет. Помните, я рассказывала, когда ему там наливали в рюмку? Это страшные вещи, друзья мои. Как раз пятница была, я лепешки испекла. И он лепешки, ну у нас у мусульман так клянутся хлебом, это самое святое считается. Вот матерью хлебом клянутся. И он хлеб, щельпек взял и говорит, Зинаш, вот, вот, вот хлеб целует, говорит, я тебя люблю и сына я люблю. Я говорю, ну что ты мечешься туда-сюда? Он говорит, туда меня тянет, говорит. Вот лягу, и меня прям туда тянет, тянет, говорит. Туда к ней приеду, все, мне дам, к вам хочу. Сюда прихожу, говорю, ой, сюда приду, туда тянет. Я говорю, ой, уже определись, говорю, туда или туда, говорю. Я не знаю, Зинаш, что делать. Ну, в это время, наверное, умные женщины, наверное, умные жены, наверное,
делают все, чтобы муж остался. Я, скорее всего, наверное, не к умным женам отношусь, женщинам, друзья. После этой грязи, тем более это его вот эта теперешняя жена, сколько раз мне домой звонила, ой, материла, и обезьяна в погонах называла. И ты старая, я молодая, вот ты там на 2 или 3 года младше меня. Вот я красавица, ты страшная, там еще что-то. И он туда уходил, то на неделю, на 1-2 дня уходил, на день уходил, потом на пару дней, потом на неделю, потом на месяц, потом на полгода. Поэтому, друзья, я просто не видела смысла. И честно, вот и бороться не хотелось. А сейчас вот думаю, вот если бы меня теперешнюю, в то время, когда он, когда метался, как бы я поступила. Вот у меня характер такой, друзья, дурной. Я бы так же поступила. Я считаю, что это предательство. Там о никакой любви быть не может речи. Ни о каком уважении быть не может. Не может идти речь. Это чистой воды предательство. Предают свою семью, предают своего ребенка, предают женщину, которая ему родила ребенка. Если мужик гульнул хорошо, тем более там уже в открытую, не с ней, так с другой будет гулять. Вот так один раз сидела в огороде, чем-то занималась, гусак подошел, мне за спину щипнул. Дурында. Вот. Ой, давайте, ладно, будем сетку снимать. Это, вы знаете же, болтать могу много. Вчера там несколько ежемалин черных нажила. Ну, не знаю. Да иди в баню. Все, сезон отошел. Ладно, друзья, пойдемте работу работать.